Галина Ивановна Кулакова работает в Видновской психиатрической больнице номер 24 уже почти полвека. В 1972 она устроилась сюда обычной постовой медсестрой, да так и осталась. Нравилось всегда направление знать, вот, что людей беспокоит, как им помочь. Всегда хотелось действительно узнать, всегда помочь хотелось людям. Поэтому вот пошла в психиатрию. Сейчас она трудится в должности старшей медицинской сестры и руководит работой среднего и младшего персонала женского отделения больницы. Обучает новых сотрудников. Галина Ивановна очень человек доброй души, вот, отзывчивая, такие вот общие человеческие качества. Тем не менее, они сочетаются с такими качествами, как ответственность, вот, исполнительность. Любое поручение, которое Галине Ивановне дашь, ну, его можно просто уже сдал и, можно сказать, забыл, потому что знаешь, что этот человек сделает его всегда. Работу свою Галина Ивановна любит, с трепетом и вниманием относится как к своим коллегам, так и к пациентам, с которыми она проводит немало своего рабочего времени. Люблю больных, жалею всех и люблю персонал свой. Люблю. И вообще мне нравится моя работа и то, что на моем пути встретились такие врачи, заведующие отделений, главный врач во главе с Ольгой Валерьяновной Мелковской. Она очень хорошо относится к больным. Это прекрасное качество, потому что у нас все-таки лежит специфический контингент людей. Они находят в ней, конечно, очень большой отзыв. Вот. Она с ними очень душевна. Замечательно к ним, как к родным. Также Галина Кулакова заботится и о правильном питании своих подопечных. Успевает и в женском отделении решать текущие вопросы, и контролировать качество больничного меню. Я еще совмещаю диет сестру. Что делаете? Ну, это составление меню ежедневного, составление требования с получения продуктов со склада, разработка меню, 7-дневное меню у нас, 14-дневное, в зависимости от сезона меняется меню. За почти 50 лет больница стала для Галины Ивановны почти вторым домом. Каждый день она с радостью приходит сюда, общается с пациентами и коллегами, помогает делом и советом. И покидать его пока не собирается. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.